Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что эта общественная инициатива стала удачной и прошла испытание временем. В этой работе мы во многом опирались на положительный опыт и тюменского комсомола, на лучшие традиции воспитания и развития работающей молодежи в комсомольских организациях. Это первый в таможенной службе России опыт объединения молодых специалистов таможенного дела. В последние десятилетия таможенные органы сильно помолодели. На смену ветеранам пришли молодые, креативные, способные и талантливые выпускники высших учебных заведений. И таможня здесь не исключение. Более 60% должностных лиц – это молодежь в возрасте до 35 лет.